Всем привет, с вами Артём. Как я предполагал в начале месяца, в октябре у нас тоже будет распродажа. И начинается она у нас 12 октября, называется «Чудесные скидки». Ничего замысловатого, это, кстати, последняя распродажа перед главной распродажей. Да, звучит странно, но так оно и есть. Что-то грандиозного ждать от нее не стоит, потому что все-таки это, опять же, такая небольшая проходная распродажа, но, тем не менее, промокоды у нас имеются, и, как обычно, они есть в описании к этому видео, можете заглянуть, посмотреть. Также они есть, конечно же, в группе ВКонтакте, а также в Телеграм-канале, который тоже есть, ссылочки в описании. Переходите, подписывайтесь, там информация выходит еще больше и еще регулярнее. Поэтому давайте пойдем на AliExpress, посмотрим, что нас ждет. А перед этим не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, там много чего интересного. Точнее, тут много чего интересного. А там много чего интересного по ссылкам в описании, в группе, в Телеграме. И еще есть один Телеграм-канал, который секретный. Там тоже есть промокоды на всякие разные сервисы. Оставлю в описании, перейдите, посмотрите, много чего интересного. Но сейчас пойдемте на AliExpress и посмотрим, какие промокоды и купоны нас ждут. И вот мы уже на AliExpress. Как обычно, есть главная страница распродажи. Опять позвали Максима Галкина, чтобы он как-то продвигал эту акцию. Не знаю почему, может как-то AliExpress хочет немножко старшее поколение привлечь к AliExpress, потому что, ну, как бы молодежь, Максим Галкин, ну, как бы такое себе. Но, собственно, есть спецкупон, который можем забрать с 12 октября по 15. Это наши рамки распродажи. Она, кстати, не такая большая, как обычно. Что-то в районе недели всегда было, а тут всего 3 дня. Ну и на самой странице главной мы можем найти всякие разделы, перейдя на которые мы попадаем на товары, которые, ну, собственно, из этого раздела. То есть женская одежда, бытовая техника, компьютер, дом питомцы, в общем, много всего интересного. Каждый, кто хочет что-то купить, я думаю, найдет для себя то, что он хочет. Но самое главное и самое интересное, зачем мы сюда пришли, это, конечно же, промокоды и купоны. Купонов на самом деле в этот раз что-то немного завезли, но промокоды, как обычно, у нас есть. Они все будут, как обычно, продублированы в описании, также есть в группе, в Телеграме, в общем, вы их найдете, в любом случае, где-нибудь да найдете. Собственно, вот тут они у нас написаны, но это не все промокоды, тут на этой странице, не знаю, на самом деле, почему они тут показаны, тут у нас просто разные категории, точнее, разные фирмы товаров, и тут их можно купить как бы со скидками, тут вы можете все тоже посмотреть. Почему именно тут их указали, не знаю. Также есть промокоды для избранных товаров, их тут на самом деле намного больше, и они работают на категории «Плюс» и на «Тимол». Тоже есть ссылка в описании, если не сможете найти данную страницу. Тут показаны промокоды и на товары, на которые они действуют. Собственно, тоже можно просмотреть, пробежать, если вдруг что-то понравится, с быстрой доставкой заказать. Ну и следующая страница — это чудо, а не скидки. Тут у нас просто указаны категории товаров, и дополнительно на каждом товаре вы можете найти промокод, который будет работать, точнее, собственно, с 12 числа, и можно купить данный товар со скидкой. Купоны есть также и у Тимола, и у других производителей. Это уже надо как бы к товару переходить и смотреть, работают ли на них какие-то дополнительные плюшки в виде купонов продавцов. Вот. Ну и, соответственно, купоны продавцов у нас суммируются с промокодами, и это все можно коллаборировать и получать максимальную выгоду. Также в описании, ну, примерно вот такой текст, я еще не до конца его проработал, есть у нас новые промокоды для новых пользователей. Они у нас теперь от суммы не 320 рублей, а 500 рублей. Не знаю, почему AliExpress так решил, но, тем не менее, они есть в описании, тоже можете посмотреть. Я здесь даже от 750 рублей нашел, в общем, перейдите в описание, посмотрите и расскажите друзьям, близким, кто ни разу не покупал на AliExpress, что есть такие промокоды. Также есть купоны для избранных аккаунтов, я их сейчас прямо при вас открою. 100 от 150, тут вообще почему-то не открывается, в общем, что-то интересное. Но сам факт того, что у меня этот купон не берется, это, не знаю, у меня как бы там самый максимальный аккаунт, и, собственно, почему, хрен его знает. Ну и остальные ссылки можете тоже найти в описании. В общем, я знаю, что вы разберетесь, и вы не первый раз покупаете на AliExpress. Вот. А всем тем, кто что-то купит на распродаже, обязательно пишите что в комментариях, потому что это будет максимально интересно почитать. Ну а с вами был Артём, всем удачи, всем пока, надеюсь, вам видео понравилось, и вы не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, там, включить колокольчик, и все у вас будет хорошо. Ждем 11.11, ждем распродажу, и, ну, 11.11 ждем в будущем, а сейчас ждем просто эту распродажу, ну, 11.11, в общем, я слишком много говорю. Всем удачи, всем пока, до скорого как-нибудь, увидимся.